НАТО проведет в Европе крупнейшее учение со времен Холодной войны. В маневрах примут участие 45 тысяч военных, а также десятки кораблей и самолетов. Учения проведут в октябре у берегов Норвегии. Подразделения армии США, дислоцированные в скандинавской стране с января. Морские пехотинцы тренируются вести бои в сложных погодных условиях. Это первое размещение иностранных войск в стране со времен Второй мировой.